В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших, раненых, по предварительной информации, нет. Пока не судим, не обращался, если какая-то информация, то там. I come every day to work for you, thank you. А эти были из каждой кисти? Не видел еще. Не было еще? Сам. Не очень, но такой не очень.